Всем привет! Я Иван Гурпаев. Благодаря современному миру и чудо-технике мы смогли организовать этот по-настоящему домашний концерт в Лондоне. Борис Борисович. Добрый вечер. Я вошел сюда с помощью двери. Я пришел сюда с помощью ног. Я пришел, чтобы опять восхититься совершенством железных дорог. Хотя мы находимся во всех разных местах, я частично нахожусь в Лондоне, моя правая нога находится в Перу, левое ухо находится на Барбадосе, а правая нога находится во Владивостоке. А вот Александр Валентинович Титов, он частично здесь, но мочка его уха находится в Австралии. Управляй делами высоких небес. В каждом кабинете за столом сидит бес. В каменных мешках чистота и уют. Я страшно рад, что в эти времена, смутные и необъяснимые, мы можем что-то сделать для всех людей, чтобы все могли спокойно слушать музыку. И один, если так будет нужно, сейчас уж эта звезда не гаснет. Я забуду все, что я должен, и сделаю так, как делают те, кто влюблен. Так что привет всем! Thank you.